Пришел, увидел, победил. Примерно так развивались события для ивановского танцора Тажана Лабиренова на фестивале Summer Dance Forever, который проходил на минувшей неделе в Амстердаме. В свои 25 парень вошел в пятерку лучших соло-танцоров мира. В топе двое американцев, англичанин. Два человека из России, я и Олеся, которая сейчас живет в Голландии и давным-давно представляет Россию на мировой сцене. То есть я, получается, просто догнал ее тоже в этом. И мы уже вместе как бы представляем Россию. Но изначально она из города Кострома, наши соседи, то есть наш такой, грубо говоря, край, такой общий. И мы представляем Россию на мировых чемпионатах. Доказать, что в России тоже танцуют, причем неплохо, Тажану удалось на все 100. Он выступал в стиле хаус, и на протяжении всех этапов его горячо поддерживала публика. Во время всего фестиваля с первого моего батла толпа была полностью вообще на моей стороне. Вот. И, например, вот в этом, ну, до, грубо говоря, босса я выиграл топового хаос-танцора из Франции. Дальше я выиграл девушку из Америки. И потом перед вот этим американцем я выиграл девушку из Америки, которая выиграла предыдущий этот фестиваль и выиграла тоже всех самых топовых. То есть я, грубо говоря, выиграл предыдущего чемпиона. Вот. И попал на босса. Вот. Побатлиться с судьей – это уже успех, а когда твой оппонент – мировая легенда, основатель хаус-дэнса, уступить не стыдно. Если это батл, если это соревнование, если идет речь о том, что ты отстаиваешь там свое имя, свою точку зрения, то ты должен показать, что ты лучше. Вот. И за счет вот такого вот подхода я выиграл все чемпионаты в России и в ближайшем зарубежье. И получилось у меня сделать это и на этом фестивале. И для меня это просто огромный просто успех. Атажан вернулся в родной город, в свою школу танцев и готов научить других видеть цель и не видеть препятствий. Когда на чемпионате слышали, что он из России, все предполагали, что непременно из Москвы. Атажан гордо рассказывал про Иваново, город, где тоже танцуют. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.